Приветствую вас. Возможность, конечно, есть того, что человек может трансформировать ваши отношения, ну то есть не трансформировать даже человека, а того, что ваши отношения трансформируются во что-то другое. Ну вот. Но для этого нужно, по сути дела, человека перевоспитывать, а процесс этот, он не быстрый, мягко говоря. Вот, не хочу вас пугать, но процесс этот не быстрый, процесс этот болезненный, и процесс этот достаточно слабо, знаете, как вот я бы сказал, процесс этот достаточно слабо подтверждаем. То есть вы можете много, достаточно много стараться, вы можете достаточно много пытаться, вы можете достаточно много прикладывать усилий для того, чтобы что-то поменялось. Вот, но при этом изменений вообще может, в принципе, не быть, вот. То есть, вот такой не очень приятный аспект может иметь место, если вы будете, значит, ну, придерживаться той модели, да, и той линии поведения, которую вы сейчас по факту избрали. То есть здесь либо достаточно сильное чувство и безусловное принятие партнера с последующим его изменением ради него самого, если вы считаете, что действия мужчины ведут к вреду, к вреду ему. Вот. А в остальном случае я бы сказал, что никакого результата, да, не будет хорошего. Вот. Так что, так вот. То есть возможность, безусловно, есть, возможность перемен, безусловно, имеет место быть, вот, но, тем не менее, да, тем не менее, ситуация такова, вот, что это очень... призрачная идея, очень призрачно затея, вот, такой аспект и такой момент. А вы пишете, что дали ему второй шанс, я бы очень хотел понять, для чего вы желаете этого. Вот. То есть, почему вы дали второй шанс мужчине? Для себя или для него?
понимаете, вот. Вот, в принципе, такой момент. Вот то, что я хотел бы до вас донести. Вот. Значит, какую вы хотите обратную связь? Получить в этом контексте, в этой ситуации, вот, ну, желательно преследовать, вот, то есть, что вам конкретно нужно. Вот, потому что, как вам и сказали мои коллеги, да, ну, ничего не изменится, мужчина, он не изменится, вот, и, соответственно, вам придется с этим, значит, ну, мириться, вот. А, такой вот момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Удачи!